Официальные цифры вопросов не вызвали. Главный федеральный инспектор по Оренбургской области Сергей Гаврилин встретился с руководителем Оренбург-облстата Александром Мартыновым. Речь шла о ситуации в медицине, в частности, о размере зарплат, который озвучил на прошлой неделе губернатор президенту. На встрече с Владимиром Путиным Юрий Берг заявил, что средняя зарплата медиков в Оренбургской области составляет 29-30 тысяч рублей. Эти же данные руководитель Оренбург-облстата Александр Мартынов озвучил на встрече с главным федеральным инспектором Сергеем Гаврилиным. При этом еще прозвучала информация, что средний медицинский персонал получает более 16 тысяч рублей, а младший – более 10 тысяч. Респондентами статистического наблюдения стали все медицинские организации, независимо от ведомственной принадлежности, государственной и муниципальной. Муниципальной собственности. Это была цитата. Судя по последней фразе, в статистике, скорее всего, учитывались и зарплаты в частных клиниках. Как известно, там они значительно выше. Из-за этого, в том числе, и могли появиться такие высокие цифры. Напомним слова губернатора о том, что средняя зарплата медперсонала составляет 29-30 тысяч рублей в месяц, вызвала большой резонанс в медицинском сообществе. Открыто врачи, конечно, не выступали, но зато предоставили свои квитки журналистам РЕН-ТВ. И там, конечно, в графе «начислено» стояли суммы значительно ниже, чем 30 тысяч рублей. Между тем, по нашим данным, на совещании министра здравоохранения области Тамара Семивеличенко попросила закрыть на сайте министерства страницу вакансий. Там был указан размер зарплаты, которая предлагается потенциальным работникам учреждений здравоохранения. И она была значительно ниже озвученных 30 тысяч. Этими фактами тоже апеллировали и врачи, и журналисты. Сегодня ознакомиться с вакансиями оренбургских больниц и поликлиник уже не удалось. Официальная информация – это страница сайта Минздрава в разработке для более удобного ее использования. Зато размеры примерных зарплат остались в разделе «Вакансии районных больниц». Итак, самые высокие зарплаты врачам предлагаются на сайте Грачевской районной больницы – 11 400 рублей. Это даже не половина от заявленных 30. Заведующую ФАПом приглашают на 5200, причем указывается, что это именно средний размер зарплаты, а не ставка. В других районах врачам готовы платить и того меньше. Тюльганская ЦРБ, например, врачи неонатолог, реаниматолог, педиатр, онколог и другие могут рассчитывать лишь на зарплату около 7 тысяч рублей. А на сайте Ташлинской ЦРБ указали, видимо, вместо предполагаемой средней зарплаты вообще ставку в 5 тысяч. Чтобы получать около 20 тысяч, это за минусом различных надбавок, врач должен отработать на 3 ставки, то есть 24. 4 часа в сутки. И еще интересный факт. В той же Тюльганской ЦРБ приглашают зубного врача на зарплату в 5400. И почти столько же, 5200, предлагают штукатуру-маляру. Неудивительно, что озвученная властями средняя зарплата в 30 тысяч рублей вызвала среди медиков такой резонанс. Размещенная об этом информация на сайте Орендей стала лидером по числу комментариев в основной массе негативных.